Добрый день, хочу немножко рассказать про велоперчатки, вот, показать, сравнить. Вот у меня вот есть вот такие вот перчаточки, это старые, им уже сколько лет, году, я не помню, году то ли в 2008, то ли в 2009 я их купил весной и вот начал катать, катаю, и в них я все лето. Вот здесь вот я поставил заплаточки при помощи своей сапожной швейной машинки или там рукавной. Сюда она как раз хорошо влазит и очень удобно получилось. Вот вшил. Потому что на одной вот из перчаток, вот я поставил на обе, но на одной протерлась только на одной до дыры. Вот кое-где вот здесь вот ткань вот разорвалась между пальцами. Что еще? Ну вот вытерлась, да, уже такая как-то непрезентабельно смотрится. Но ездить можно, они свою функцию выполняют. Вот, это 2003 год сейчас, я езжу в них вот все лето. Это у меня одни перчатки летние. Вот, купил я не так давно, сейчас уже не вспомню. Вот, такие вот перчатки дешевые. Те что-то стоили около 500, ну, сейчас, по-моему, около 500 стоят такие. Я брал, по-моему, стоили дешевле, там я их брал как-то весной или зимой со скидкой. Вот, ну, это так. Вот, эти я купил за 100 с чем-то рублей вот через интернет. Красивенькие такие вот, но... Вот это вот все тряпочки уже вот все порвались, зашиты. Езжу я в них только там весной, осенью, буквально там сколько раз в год можно посчитать по пальцам. Вот, дальше что еще? То есть вот они, вот эти вот, вот тут порвались. Ткань очень такая зацепляется и это становится, ну как-то вот как бы, ну не вытягиваются ниточки, она какая-то очень такие тоненькие, какая-то вот... Так они удобные, мягенькие, приятные. Но вот это вот все начало рваться уже... Как говорится, вот столько лет про это, ну, я их, по-моему, вот я их купил к весне, по-моему, прошлого года, вот получается весной пару раз прошлого года, осенью, но опять же, прошлая осень была какая-то такая, вот в декабре сразу морозы, как-то я в них почти не катался осенью, вот я катался вот этой осенью довольно так вот, несколько десятков раз проехался в них, и... Да, вот несколько, это пара, наверное, десятков, и по весне, вот это вот все. Тоже там с десяток, может, раз. И вот такой вот результат. Вот это просто так для сравнения, что происходит, как это. Вот, кстати, еще что я хочу про перчатки рассказать. Вот сегодня я придумал, как их хранить. Вот, видите, отогнул и так вот слепил их, чтобы что сейчас вот искал другие, и вот хочу прокатиться сегодня. И получается, что у нас это, ну, чтобы не искать, они вот парочкой будут лежать. Вот так вот мы их отгибаем, раз... И, соответственно, вторую сюда, два. Все, на парой можно на какую-то вешалочку, на крючочек вот повешать. Вот такое вот сравнение двух пар. Говорится, и те китайские, вот, но отличия есть. Вот, ну, не знаю, поскольку, интересно, сколько они вообще прослужат, поглядим. И такие вот дела. Ну, и что вот показать хотел свои эти заплаточки вот сделал, что вполне вот, ну, еще послужит. Удачи, всего доброго, катайтесь.